Откуда такое? Эй, песик! Ты чей, песик? Ты чей? Ты откуда? Откуда взялся? Соседи, что ли, ощенились? Вроде не было таких. Начинается проходной двор. Пришла барыня в шляпке. Ну, стерва. Ты молодец какой. Ну-ка, ты умеешь сидеть? Сидеть. Дай мне лапку. Дай мне лапку. Ой. Молодец. Какой ой, какой хорошенький. Марианна, здравствуй. Здравствуй, Тёмушка. Это ты щенка привезла? Нет. Ты же знаешь, у меня аллергия на собак. А, извини, забыл про аллергию. Значит, он откуда-то взялся. Что ты все про собачку, да про собачку. А про что надо? Тяжелые дни наступили, Тёма. Это начало поэмы? Тяжелые дни наступили, нам слиться в печали пора и так далее? Ну вот хоть сейчас ты можешь не извить, а? Ты плакал? Нет, как-то не получилось всплакнуть. А я прорыдала всю ночь. Знаешь, мы с твоим отцом много лет прожили порознь, но это совершенно не значит, что и с тобой мы должны быть совершенно... То есть предложение слиться в печали остается в силе, да? А для нормальных людей это естественно. Для нормальных, Марианна, для нормальных! Тёмочка, сынок, ну постой же! Мальчик мой! Здесь я живу. Если хочешь, тоже живи здесь. Садись. Молодец. Какие ушки. Прекрати от меня бегать, Тёмушка. Прекрати. Чего ты хочешь? Только давай без завываний. Ты привык тратить. И ты любишь тратить деньги. Я от них избавляюсь, потому что терпеть их не могу. Ну, как бы там ни было. Конкретней. Тёма, я хочу, чтобы ты подписал один документ. Временный, конечно. Потому что я хочу, чтобы Николай Ивин стал твоим доверенным лицом. Ровно до тех пор, пока... Ивин, да? Да. Вы на этот снимок взгляните, дамочка. Это ваш муж. Только он здесь не угрюмый, и лысины у него здесь нет. Просто он еще не знает про твоих бесчисленных Ивинах. Посмотри, посмотри и сравни. Зачем ты так, Тёма? Ты хочешь меня убить? Выживешь. А он умер. Он начал умирать, когда понял, кто рядом с ним. А разве не ты виноват во всем? Не ты? Я? Как? Ты разбил его мечты о семейном бизнесе, о его продолжении. Это наше семейное дело, не лезь. Все лезут, как сговорились. Правда, правда. Вы могли выгнать меня, и вы выгнали. Но ты-то остался. Именно ты остался и был с ним до конца. Меня собака лужу сделала. Щенок описался. Уйди. Mm-hmm.
Ну что ж ты наделал, а? Ну, иди сюда. Ну что? Ну что? Мальчик еще не созрел. Угу. Еще не прошла волна переживаний. Ну ничего, пройдет. Так, мне сейчас звонили. Похороны завтра. Кремация в 12 часов. Все необходимые распоряжения сделаны. Спасибо, любимый. Ну что ты? А ты уверен, что завещания как такового не было? На 100%. Завещание составляют убежденно, а Григорий был в абсолютной растерянности. Это значит? Значит, что все будет двигаться по так называемому закону. О-о-о, это долгая и печальная песня. Да. А ускорить никак нельзя? Ну, кто я? Ну. Ты знаешь, что я был фигурой, пока был Гриша. Скоро меня вообще лишат всех рычагов. Ну, ничего, не будем терять времени. Руки у меня должны быть развязаны. Значит так, бумажка от тебя, бумажка от пасынка. Послушай, а попробуй поговорить с Артемом сам. Но я не могу. Отец 5 лет его настраивал против. Что? Отцу больше делать было нечего? Ну. Хотя поговорить, конечно, придется. Угу. И припугнуть, если понадобится. Ой. Никак не пойму, кто такая Вероника? Мари, Анна, Вероника. Он что, любил сдвоенные имена, что ли? Все крутится, Вероника. Рустам, может, ты знаешь? Про нее никто не в курсе. Она забытая женщина. Ходок, однако, был твой хозяин-то. Нехорошо плохо говорить об усопшем. Хорошо, не буду. Сейчас будет поселок. Нам первый поворот налево нужен. Хорошо. Могу. Денек, давай. Все. Харек, скажи Давиду, я приехал. Пусть выйдет. Не надо докладывать. Я видел в окно. Иду без понтов. Мне тут твои ребята, вот эти вот, вежливо пытались рассказать про какой-то долг. Конечно, говорили. Я перерасчет сделал. Угу. Долг и образовался. Так всегда бывает. Угу. Даже в жилищно-коммунальном сфере. Вроде платишь, они тебе вдруг перерасчет по итогам квартала. Так что не обижайся. Да я-то не обижаюсь, мне-то что? В последний раз не обижаюсь. Вот, возьми. И до конца года моих ребят не трогай. И никаких новых там перерасчетов, ладно? Если все по правилам, то зачем трогать? Вот посмотри назад. Видишь человека? Ну, вижу. Обрати внимание, как он на тебя смотрит. Хм. Обратил. Это полевой командир отряда «Талибан». Как такой здесь оказался? Из Афганистана бежал от американцев. Ему вспороть человеческое пузо. Все равно, что стакан кефиру выпить. Ты не пугай, не пугай. Про кефир я все понимаю. Ну, надеюсь, что понимаешь. Гарик, по дружбе. Угу. Че у нас, на ветке новой крыши появилась? Да не беспокойся, еще никто не появился. Еще только осматриваются. Да. Понимаю. И пиджачок новый. Ничего. Нравится, да? Угу. Только вот с башмаками полная ляжа. Ну, эта беда поправима. Главное не совершать непоправимых поступков. Поедем? Поехали. Чё встали? Давайте!
хорек лохматый, уберите этот хлам! Рустам, ты на сегодня свободен. Езжай домой. Скажи. Что? Ты хозяин? Не, ну какой я хозяин? Я просто случайный знакомый. Я Гарсия. Хорошо, хозяин. Теперь ты Гарсия. Как все просто, оказывается. Добрый день. Здрасте. Могу я вам чем-нибудь помочь? Да, наверное, чем-нибудь можете. Только что-то выбор у вас какой-то здесь не очень. Исключительный эксклюзив. Штучная ручная работа. Угу. Мне бы какие-нибудь туфли, только вот легкие и без дырочек. И чтобы покрытие прочное было. Покрытие? Ну да, чтобы когда на щебень наступаешь, чтобы они не разваливались сразу. На щебень? Ну да. Ну, когда железную дорогу переходишь, там шпалы такие черные с гудроном. Вот они засыпаны стеклом, щебнем там всякой дрянью. Вот и туфли нужны. Ну, такие универсальные говношлепы. Только изящные и удобные. Ну, разумеется, есть. Я бы вам порекомендовал полуботинки от Мазарини. Адьос, амигос. Так, так, так. Значит, с Авдовушкой мы разобрались. А с юношей-то что? А что с юношей? С юношей все отлично. Не сегодня вечером, так завтра утром подпишет нужный документ, да? Совсем не нужный, затяжка получается. Знаете, а я тоже не могу разорваться. Я вторые сутки не сплю, весь на нервах. Да? Да. А это очень хорошо, Коль. Это значит, жизнь бьет ключом. Да? Да. Не, ну бьет-то она, конечно, бьет, но... Бьет, бьет. Ключом. Господин Тихорский, у меня есть некоторые сомнения. Так, ну-ка. Ну, не стесняйся, здесь все свои. Давай. Что как только у вас появится в руках нужный документ, и то я останусь при делах, а? Да? Угу. Такое сомнение есть? Угу. Правильное сомнение. Шутка номер 3. О. Ага.
Ну и шуточки. Эх, Коля, Коля. Это защитная реакция организма. Как у патолога-анатомов. Пригрел змею на груди. Да. А вы, сударь, тоже хороши. Я? Я тут при чем? Партнера предали. Ой, только не надо про это. Предали там. Предали, предали, предали. А теперь строите из себя испуганную пастушку. Да. Давай, Коленька, без рапсодии. Мальчики, все готово у вас? Готово. Готово. Проводи меня до выхода, а я тебе шепотом объясню алгоритм дальнейших наших действий, чтобы не было неправильных ощущений. Я с удовольствием послушаю алгоритм действий насчет неправильных во-первых, ощущений. Во-первых, помолчи. Молчу. Оп. Привет, подонок. Здрасте. Парень. А ну стой. А ты кто такой, а? А ты скоро узнаешь. А как сюда попал? Какой-то хмырь искал банковский ключик. Искал в нужном месте. То есть он знал о тайнике. А откуда он знал про тайник? А он кто такой, а? А? Он кто такой? Алло, это банк? Здрасте. Это завод «Пластмасс посуда» вас беспокоит. Валерий Сакси, можно услышать? Твой клиент, Рейса. Привет, волосатик. Привет. О, стекло новое вставили. И зеркало. Ну, это зеркало дрянь по сравнению с прежним зеркалом. А ты к нам помыться, как в баню. Только учти, второй раз номер уже не пройдет. Я тут подумал и решил состричь свои лохмы. Иларион, бери. Не дергайся. Разве больно? Больно. Тогда терпи. Терплю. Потерявши голову, по волосам не плачут. Волосы тоже плачут. Они твоя часть. Ты уйдешь, а они полетят в мусор. Гриш вчера умер. Что? Григорий Сергеевич Турехин. Он больше не придет к вам никогда. Разве вы продолжили с ним общение? Да уж. Довольно близко сошлись. Хорошо. Постригся человек. Как раз накануне. Здравствуйте, Валерий Сакович. Здравствуйте. Разрешите сесть? Присаживайтесь. Спасибо. Добрый день. Что-нибудь желаете? Спасибо, ничего не надо. Извините. Это из вашего хранилища, Валерий Сакович.
Да, ключ маркированный. А, и закладку делал Турехин. Вчера? В середине дня? Да. Простите, Николай, я не помню вашего отчества. Николай, просто Николай. Какое тут отчество? А вот, дорогой мой Николай, просто Николай. Что, где и кто, я сказать вам не имею права. Просто не имею права, и все. Дело в том, что он сегодня ночью умер. Кто? Турехин. Умер. Скончался. Скоропостижно. От обширного инфаркта. Жаль. Хороший был человек. Несомненно. Но дело в том, что не только лично Турехин являлся клиентом вашего банка, но и весь наш завод «Пластмасс-посуда». Угу, угу. А, вы знаете, мы этим даже гордимся. Вот-вот. А в двух саквояжах, которые были переданы к вам на хранение за несколько часов до этого трагического события, понимаете, угу, находятся такие документы, без которых наше предприятие может просто парализовать. Понимаете? Нет, не понимаю. Я вам сейчас объясню. Не-не, не надо. Одну секундочку. Давайте я вам сейчас что? Объясню. Хранить документы, которые могут парализовать такую большую компанию в частных ячейках, это глупо. Но иногда случается ведь. Вы знаете, я лично знал покойного. И хочу вам заметить, господин Турехин был не дурак. У него чертовски скакало давление. Но я вам объяснял, он умер от обширного инфаркта. А я еще раз утверждаю, что Турехин был вполне реальным человеком и не мог подвести свою компанию. Ну и вот как нам теперь поступить? М? Тут я могу и даже обязан сказать вам, что вы должны прийти в банк, написать это заявление на право доступа к закладке. А в заявлении надо указать номер ячейки и код. Вот такая простая процедура, Николай. Да. Номер ячейки, код, код доступа. Легко советовать, да. А вот если... Ну, как-нибудь иначе. Не понимаю. На приватных договоренностях. Дорогой Николай, у меня заканчивается время обеда. Разрешите, я доем. Приятного аппетита. Спасибо. Извините за беспокойство. Всего доброго. Ку-ку. 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 Да что ж ты... Не, пора кончать эти догонялки. Извините, а у вас зеркало чего? Есть какое-нибудь? Есть. Такое. Нет, а побольше что-нибудь найдется? И можно побыстрее? Вот, пожалуйста, красное, вот синее. Вот. Красненькое, какое? Красненькое. Пожалуйста.
Молодой человек! А? Неужели ты меня покинул? Размечтался. А как же? Просто кажусь. Хорошенькое занятие, просто казаться. Чуть не ослеп из-за твоего зеркальца. Нельзя же так по-хулигански. А, то есть это я хулиганю, не ты, а тише, я. Тише, тише, не кричи, люди обращают внимание. На кого? На тебя, конечно. Я ведь плод твоего воображения. Вернее, нашего совместного. Так, знаешь, плод ты или овощ, но давай отойдем. В любом случае неприятно наблюдать, как через тебя проходят ничего не подозревающие граждане. Да пусть проходит, черт, ничего страшного. Ну, как сказать, вляпаться могут. Пошли. Ну, как скажешь. Кто такая Вероника? Кто? Откуда взялось это имя? Из твоей памяти. Не помню. Ты пытаешься выкинуть имя, но у тебя ничего не получается. Кто тебе вообще разрешил пользоваться моей памятью? Ты моей, я твоей. Футбольного поля с одними воротами не бывает. Нет. Вероника к делу не относится. На повестке дня совсем другие проблемы. У тебя повестка дня, у тебя проблемы. Только скажи мне, пожалуйста, Григорий Сергеевич, как на духу, зачем вообще понадобилось это мозгосношательство, а? Шанс выпал. Ошибки исправить. Чьи? Мои. Нет у тебя никакого морального права распоряжаться чужой личностью. А вот и есть. Есть право. Деньги кто брал? Ты деньги брал мои? Давиду их отдал. Кредитные карточки у кого в кармане? А? Ты на себя с них тратил. Хорошие классные ботинки купил. Не жмут, не трут, говношлёпы от Мазарини, а? Съел? Ты же сам настаивал. Сам говорил, трать. Пин-кода даже выдал. А ты согласился. Ну и что это значит? А то и значит, условия мои приняты. Точка. Поймал, гад. Гнусно, подло. На низменных инстинктах. На башмаках. На высоких инстинктах никто никого не ловит. Всегда только на бабки. Я с тобой не желаю разговаривать. Ку-ку. Конечно. Может, хватит оскорбленную добродетель изображать? Отстань, смолкни. Голос разума заткнуть невозможно, молодой человек. Это ты-то разум. Хорошо, не разум. Финансист, спонсор. Ну, воспользовался кредиткой, что с того? Пользуйся дальше на здоровье. Посмотри, сколько соблазнительного вокруг. Опять на бабки разводишь? А вот возьму и воспользуюсь в целях компенсации морального ущерба. Холодный чай есть? Да, зеленый. Прошу. Пожалуйста. Ага. Тогда без всяких условий. Пожалей Артема. Артема? Опять Артем и его хрупкое эго, да? Видишь ли, ради него вся эта канитель, эта трансмиграция. Меня он не воспринимает ни в каком виде. А тебя вдруг да услышит. И что же я ему скажу?
Просто помоги. Погибнет наследник. А как и что сделать, я подскажу. Я знаю расклад сил, все возможные и невозможные ходы. Не нуждаюсь я в твоих подсказках, господин Турехин. Ну что ж так? Всю жизнь ты видел в Артеме только наследника? Да, конечно. И никогда собственного сына? Это игра слов. Ты не желал в нем видеть самостоятельную личность. Ты выскочка, прошедший огонь и воду, вхожий в нужные кабинеты, выстоявший в куче бестолковых разборок, полуграмотный делец. Ты мечтал свалить ему под ноги весь этот груз. На, мол, сынок, бери, продолжай отца. Тебе в голову не приходило, что ему не нужно все это бэушное барахло. Угу. А что ему нужно? Я любил его. Честное слово. Любил. И своего сына, наследника, я хотел видеть сильным и бесстрашным. Да не желаю я оправдываться. Иди-ка ты. Слепой, надутый индюк. Командир, есть что-нибудь покрепче? Грамм 100. Виски, водка, коньяк. Не делай этого! Что такое? Ты ж любил по чуть-чуть. Сейчас нельзя! Отлично, тебе нельзя, ты и не пей. А я выпью. Опачки, смылся. Или коньяком смыло. Легко-то как. Хорошо. Смотри, что я тебе принес. Проголодался? Отличный пес. Так, дай лапу. Дай лапу. Так, теперь вставай. Вставай. А? А? Какой молодец. Хороший пес, Ян. Почему Ян? Ян? От полного имени Янус. Двуликий, как ты. Только в нем это симпатично, а в тебе нет. Песню моей бывшей мачехи явился допеть. Боже упаси. Слишком надрывно. А я пришел, чтобы рассказать тебе правду. Что будет в сухом остатке, Тёмочка? Послушай, некоторое время ты еще поиграешься вот с собачкой, да. Два сапога пара. Может быть, тебя даже обслужат еще в кредит где-нибудь в клубе. Или в казино. Да, а ты будешь развлекаться и ждать. Но когда же придут и сообщат тебе, на что ты претендуешь? Трехи-младший, законный наследник, всего и всякого и так далее и тому подобное. Ты знаешь, Тём, никто не придет. И не позвонит. И на твои удивленные звонки никто тебе не ответит. Мне никто не нужен. Правильно. Абсолютно правильно. Но это ты сейчас так думаешь. Потом кредиты давать больше не будут. Костик, Юрочка уволится из-за безденежья. Их можно понять, правильно? А Ксения, она будет здесь до тех пор, пока всю мелочевку из дома не увезет. Да. И тут выяснится, что нужно платить за содержание дома. За свет, за газ. За воду, извини меня, Тёма, за канализацию, налоги, а платить-то нечем. Тем более ты-то не знаешь даже, где лежат какие квитанции, тьфу, что делать нужно, да? И тогда вот этот твой дом, он быстренько превратится в склеп. Холодный и грязный. Угу, и вонючий. Нет, там будет одна комнатка, так сказать, уголок. Папин винный погреб. Да, но... Тебя тоже оттуда вскоре попросят, выгонят. Потому что дом нужно продать. Быстро, за долги. А продавать его, Тёма, будешь не ты, а посторонние граждане.
которых называют кредиторами. Зачем нужен этот живописный кошмар? Чего тебе надо, Николай? Ты не понял? Пока эти граждане пришли, пришел я. Причем первый и последний раз. Я хочу спасти тебя, Тёма. Зря смеешься. У нас не так много времени. Всего 2 дня максимум. На вот. Прочитай, подпиши. Тут все вписано. Нам сейчас по прямой. Еще чуть-чуть и все, доехали уже. Снова ты. Вы что-то сказали? Не-не-не, не обращайте внимания. Это я сам с собой разговариваю. Извините. Пожалуйста, не надо больше. Никакого алкоголя. Нейронное окончание в твоем мозгу. Кстати, как правильно, в мозгу или в мозге? Я не знаю, как правильно. Я знаю только, что нейроны скукоживаются, закручиваются, и связь прерывается. Это связь со мной, в смысле, да? Связь совсем ужасно страшна. Как будто вторая смерть. Поэтому ни грамма, парень. Нет, это ты слишком много хочешь. Совсем чуть-чуть. Я не сумел сделать так, чтобы Артем состоялся. Если эта ошибка не будет исправлена, там меня ждут большие неприятности. Хм. То есть он разгильдяй, а неприятности у тебя, да? Оказывается, отцы в ответе за своих сыновей. Потрясающее открытие. И самое главное снова – голый эгоизм. Слышь, если ты ненормальный, предупреждать надо. Не, я что-то не въезжаю. Что значит эти постоянные случаи, когда как? Я объясню. Не надо. Подпишу так, без твоих объяснений. Лишь бы ты свалил отсюда побыстрее. Ручка есть? Ручка есть. Должна быть. Забыл в машине. Может быть, к тебе поднимемся? Не, давай к твоей машине. Ага, пойдем. Черт, а? Забыл ручку. Главное, всегда ношу с собой. Ты представляешь, у меня полная машина ручек. Бывает. Так, 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 где она? Вот. Артем, вот, это самый главный поступок в твоей жизни, который ты совершил за последние несколько лет. Будешь комментировать, не подпишу. Чш, молчу. Пиши, пиши. Так. Погоди-ка, Артем! Артем! Хорошо, что вернулся. Но где твои локоны, Гарсия? Да не до локонов. Молодой человек, в сторонку на минуту отойдем. Тем, пиши. Что ж такое? Тамбовский волк тебе, молодой человек. Артем, не подписывай ничего, это подстава все. Я не подписываю, не подписываю. Классно ты его. Я не понял, Тема, какое он имеет право? Заварил кашу, идиот, ты сам не знаешь, как разгребать, да? Легче, пожалуйста, легче. Легче, тебе будет земля могильная. Прекрасно, мы будем объясняться при других обстоятельствах. Это обещаю. Я тебе устрою обстоятельства на 1.5 метра ниже уровня грунта. Это я тебе тоже обещаю. Муть в штанах. Любимое ругательство папани. И чтобы через секунду здесь духу твоего не было. Рустама спущу. Черт, черт, черт! Опять он. Ну ничего, ничего, мы еще посмотрим, кто кого. Мы еще попрыгаем на их косточках. У меня в саду щенок безнадзорный. Нашел время заводить. Отец ни за что бы не разрешил. Без документов с родословной до 20-го колена. Почему ты все время катишь бочку на отца? Отец, отец. Он, между прочим, сейчас лежит один на холодном кафеле, насквозь пропитанный вонючим формалином. А тебе здесь все сказочки. Чуть не подписал приговор самому себе. Не качу я никаких бочек, Гарсия. Нет, ну ты все время говоришь, знаешь, таким иронически надменным тоном. Как о враге, я не знаю. Или он повод дал, причина какая-то была, чтобы вот так, вот, знаешь, держаться так на расстоянии и в штыки все воспринимать. Гарсия, я тебе таких песенок-то не заказывал. Да я тебе без заказа.
Тем более тебе платить нечем. Не такой уж плохой у тебя отец был. Переживающий, ответственный. Ответственный? Переживающий, да? Я в 10 классе влюбился. И не просто так прижать девочку на вечеринке или в кустах. Вполне всерьез влюбился. И привел Лику в дом, чтобы папочка познакомился с моей будущей женой. А этот переживающий, она ему не глянулась. Почему не глянулась? Ну, не взлюбил он девчонку с первого взгляда. Будто ему жениться, а не мне. Не та кровь, не та кость. Тьф. Лика? Лика, Лика, что-то припоминаю. Да откуда тебе? Он-то, конечно, только из князьев. Сам почти год учился левой рукой вилку держать. Ну и наехал на ее родителей, подкупил их, заставил вести девчонку какой-то тетки в Воронеж. Вырвал с корнем у наивного сыночка первую любовь. Артем, ну, остынь. Ну, первая она на той, первая, в конце концов, чтобы быть несчастной. Эти несчастья, понимаешь, с годами становятся такими трогательными, забавными. Ага, да уж. Особенно если учесть, что девочка Лика разлуки не вынесла и выскочила потом за придурка какого-то первого попавшегося, который бьет ее смертным боем. И теперь у Лики трое детей, синяки по всему телу. И нет, ее фактически не стало для меня. Извини, я же не знал. Да откуда ты мог знать? И отцу я уже не сказал, что она погибла с его заботливой подачи. Сказал бы. Нет. Ты мог объяснить. Не мог. Я понял, что надо уметь прятаться. И стал прятать все свое. А потом, потом совсем никого не допускал, кто мог бы пострадать от его большой отцовской заботы. Напрасно. Мне бы, это, в туалет умыться.